Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Туризм на Дніпропетровщині. Як карантин позначився на галузі і про розвиток взагалі туризму у нашій області, ми сьогодні будемо говорити з гостем нашого прес-центру. Я рада вітати у нас у студії Людмила Загоскіна, керівниця громадської організації «Дивна країна». Я вас вітаю, доброго дня! Ну, скажіть нам, будь ласка, як вплинув карантин на сферу туризму саме у нашій області, в Дніпропетровщині? Що змінилося і як це позначилося на роботі вашого підприємства, вашої організації? Ну, виходить так, що ми якраз слідуємо той формулі, що не було б щастя, да нещастя помогло. Тому що, коли закрили внутрішні границі, людям осталось, нічого не осталось, як займатися, як іскати туристичні локації там, де вони проживають. Ми, собственно, як общественна організація, займаємося розвитком туризму останні 5 років внутрішньо. Днепропетровской, Запорожской области. Поэтому мы хорошо знаем наши локации, мы могли предоставить нашим всем желающим возможности изучить свой родной край. И, как ни странно, для нас это оказалось, такая проблема, как ковид, оказалась для нас положительной. Потому что люди стали заниматься, изучать свой край, стали ездить по тем местам, которые у нас есть. Я могу продолжить буквально. У нас в Днепропетровске и Запорожской области, кстати, наша область занимает одно из первых мест по наличию исторических, культурных и природных памятников. Другое дело, что они не так популярны, не так развиты, и, как в других местах, потому что в Днепропетровской области туризм начал развиваться относительно недавно. Но вот сейчас я надеюсь, что мы будем развиваться дальше. И недавно совершенно облрада сделала такой флешмоб на майданах истории для того, чтобы выявить малоизвестные объекты, которые находятся в нашей Днепропетровской области. И действительно прошел такой флешмоб. И, например, я для себя, несмотря на то, что я давно, например, занимаюсь этим, например, я не знала, что у нас есть такой склеп графа Безбородько в селе Безбородько, что ну, вот у нас есть будинок Бергмана в Солонянский район, у нас есть Палеовулкан, тоже в Солонянский район, Аполлоновка, да. У нас очень много объектов, которые стоит посмотреть и которые очень интересны для туристов. Ось ці об'єкти туристи можуть відвідати, я правильно розумію, там записавшись до якоїсь групи або поїхавши самостійно, як от побувати на цих маловідомих об'єктах? Безусловно, все це можна побачити, не одні ми займаємося «Дивною Україною» туризмом, є ще і інші люди, які займаються популяризацією і розробкою туристичних маршрутів. В частності, ми працюємо в форматі клубу, який по суботам, каждую субботу и воскресенье, практически каждую, мы выезжаем на определенные места. У нас есть список экскурсий, мы выставляем на сентябрь месяц, октябрь и так далее. И когда собирается группа, иногда она и не собирается, но чаще всего собирается, мы едем в эти места. То есть у нас это поставлено, так сказать, уже давно и достаточно организовано. Давайте поговоримо про галузь туризму загалом. Як за останні роки ця сфера змінилася? Які новації зараз існують у сфері туризму? Угу. Ну, звісно, вона змінилась. І слава Богу, в нашому, я зараз більше хочу сказати іменно о нашому районі, да? О нашій області, Дніпропетровській, Запорожській. Тому що я плотную 5 років, ще раз говорю, ми працюємо і можемо відслідити і реально сказати реальні речі, що відбувається. Да, відбувається змінення. И, слава Богу, происходят изменения в положительную сторону. Что сейчас важно для современного туриста? Не информация. Информацию он может почерпнуть где угодно, то есть в любом источнике. Слава Богу, интернет, мы можем узнать о том или ином месте все, что захотим. Важно для туриста сейчас получить эмоцию, получить некое, ну, то эфемерное, которое дает присутствие этого человека в том или ином месте. Поэтому экскурсии, которые сейчас проводятся, они становятся более эмоциональны, более артистичны. Скажем так, вот, ну, к примеру, допустим, гид, который проводит экскурсию, он просто переодевается или одевает одежды того или иного времени, о котором идет речь. В частности, у нас была экскурсия, выдать не по статье
Екатеринослава, это об Александре Поле, и наш гид просто одевал одежду, соответствующую тому времени. Или, например, когда мы едем, экскурсия, связанная с историей родного края, например, Подгороднее, где существует центр кобзарского мастерства, где можно не только послушать концерт, а сыграть на кобзе или пропеть самому песни вместе с этим ансамблем известным «Коренычки». Это вовлечение туриста в эмоциональное состояние. Это практически сейчас везде наблюдается. А щодо фахівців, які працюють у галузі туризму, що найважливіше повинен знати і вміти цей фахівець, яка його роль і який він взагалі має бути? Хороший вопрос. Это действительно сейчас очень важно, особенно для нас, для Днепра, потому что у нас достаточно небольшой выбор хороших гидов. Это человек должен быть личностью, он должен быть харизматичным, он должен быть актером, он должен привлекать к себе как магнит. Мы вот создаем туристические магниты, это локации определенные, но это должны быть такие же магниты, гиды, которые есть люди, которые идут даже не на тему экскурсиону, а идут именно на этого человека. Ну, могу сказать, что, например, у нас есть такие люди, безусловно, например, Максим Кавун, Александр Харлан, это люди, на которые уже на них просто идут на имя, на эту личность, потому что могут получить то, что от других, допустим, гидов не получат. В якому взагалі зараз стані перебуває туризм на Дніпропетровщині? Ми, в принципі, маємо якесь уявлення. А які перспективи, які плани, можливо, на майбутнє у вашій організації, взагалі перспективи розвитку туризму у нашій області? Перспектива хороша. Я вот сейчас просто назову один момент. Есть такое село Башмачка. Кстати, пользуясь, так сказать, случаем, хочу сказать большое спасибо Чабану, Николаю Чабану, это нашему краеведу и писателю, благодаря которому мы открыли цикл таких экскурсий, которые мы назвали «Забытые миры украинских сел». Потому что в наших селах очень много интересных мест, но просто они не раскручены. И вот в одной из таких поездок мы в село Башмачка, мы познакомились с древним святилищем готов, короля Германарихи. И это просто холм пока, а просто место, где находилось это святилище. Но уже есть люди, бизнесмены, любители, историки, которые имеют и желание, и финансовые возможности, и хотят сделать вот в селе Башмачка, например, конкретно Катерина Книтель, это один бизнесмен, она уже хочет сделать музей под открытым небом. То есть есть такие люди, и вот я говорила, что проводился флешмоб на Майданах истории, достаточно большое количество людей было вовлеченных в этот флешмоб, и люди реальные, и люди, которые хотят делать на своих местах туристические локации. Так что у нас есть шансы хорошие. Ми говоримо про те, що дійсно дуже багато людей, які роблять свій внесок у розвиток туризму. А що стосовно молоді? Як зараз молодь залучена до цього напрямку? Молодь – это прекрасно, и она как-то, конечно, она подвижна. Я вот хочу по своему опыту сказать, что наша группа, мы возим небольшими группами, где-то человек до 20, и примерно такой состав – 90% женщин, 10% мужчин, и где-то процентов 30 от этих 100% – это молодь, это молодые люди. И я говорила только что об Александре Поле, об экскурсии «Выдатные люди» Екатеринослава. Так вот, наша экскурсия, гид, это молодой парень, историк, и он подает большие, так сказать, надежды, и молодь наши молодые люди, они очень интересуются историей. Мне это нравится, потому что, знаете, как кажется, что историей начинаешь интересоваться только тогда, когда ты уже переходишь определенную, извините, возрастную ступень. Нет. Вот, кстати, еще по поводу молодежи, вот на Майданах истории, там ученик Кирилл Габар, он предоставил информацию о палеовулкане, который находится в Аполлоновке. То есть очень интересна была подача материала, и вот он, собственно, открыл для меня лично вот этот палеовулкан.
До речі, те, що от зараз молодь цікавиться і зараз є якісь нові інновації у моделях туризму, ось про ці нові інновації, можливо, зараз дещо не використовують ще у туризмі, але будуть використовувати у майбутньому якісь нововведення саме в моделях туризму. Вы знаете, это все, конечно, связано с техническими возможностями, потому что есть очень много различных таких видеоэкскурсий. Есть просто экскурсии, которые частично, вот ты, например, смотришь, стоит часть всего лишь стена, часть здания, да, есть такие, я просто не совсем в теме этих технических приспособлений, как они называются, но я знаю, что есть такие. Ты просто подходишь к этой стене, и тут же на экране тебе воссоздается цельный этот замок, то есть в объеме. И ты видишь, что было на этом месте. Кстати, для нас эта техника очень актуальна, потому что у нас очень много чего ценного осталось в виде одной единственной стены того или иного здания. Так что я не могу полностью ответить на этот вопрос. Это, наверное, технические возможности, которые должны говорить более предметно специалисты. Ну, розкажіть нам детальніше про роботу саме громадської організації «Дивна країна», які маршрути, хто відноситься до складу там вихованців, якщо можна їх так назвати, і, знову ж таки, які плани на майбутнє, на ось осінній період у туристів нашої області? Вот, хорошо, спасибо за вопрос. У нас, хоть и говорят, что мы область не туристическая, но тем не менее у нас есть все, и исторический, и культурный, и сельский, и зеленый, и промышленный, даже эзотерический туризм. И мы вот сейчас хотим новую грань такой открыть, научный туризм. Поэтому смотреть и двигаться у нас есть куда. Например, мы с детскими экскурсиями занимаемся. Это так называемые уроки, мы говорим, уроки любования природой. Те, кто живет, например, на парусе, они знают, что там есть Дьёвские плавни. Мы их назвали Дьёвские плавни, это Днепровская ривьера. И там у нас экскурсии с биологом, который рассказывает об этом действительно уникальном месте природы. И дети с восторгом, с восхищением смотрят на этих птиц. Мы ходим с биноклями, мы ходим с подзорной трубой, рассказывается, показывается, трогается, чувствуется, и все это, в общем, реально живет. Недавно, после того, как закончился COVID, открыли, так сказать, возможности для общения, мы сделали новую экскурсию, так называемую «Карьеры Днепра». Вот у нас город, наш город, вообще Украина, Днепр в частности, находится на гранитном кристаллическом щите. И вы знаете, выходы гранит, наши знаменитые Днепровские пороги, которым 3,5 миллиарда лет, такие древние, это все наше достоинство. И самое главное, это наша туристическая локация. И моя любимая тема, это у нас есть пороги, извините, не пороги, а вот майданы и курганы. У нас по области более 14,5 тысяч только майданов и курганов. Что такое майданы? Это землелит, который обозначает тот или иной символ, или еще называют геоглифы. И вот таких вот вещей, вот таких вот майданов, ну, их у нас лично много, и мы возим туда экскурсии. И, кстати, совсем недавно вот я возила ребят из «Орла и Решки», они снимали наш майдан Мавринский, так что смотрите, есть такая у них программа отдельная, «Эль-маршрутка» с Лесей Никитюк. Мы ездили на Мавринский майдан, и будет показан майдан в программе, в такой всеукраинской программе. Ну и у нас цикл, как я говорила, еще «Затерянные миры украинских сел», где мы ездим по области, вот в эти места, где есть что показать, где есть что почувствовать, где есть природа, и остались объекты архитектуры, или промышленной архитектуры, или просто старинные замки. Это Башмачка, это Воложская, это Гуляйполе Крынычанского района. По городу у нас очень много различных экскурсий, городские экскурсии, и обзорные, и набережная. Вы знаете, что набережная наша самая длинная в Европе, это мы уже, наверное, все знают, мы об этом все время говорим. То есть какие-то, знаете, такие мемы, которые уже запали в душу нашим людям, которые уже могут сказать, раз, два, три, четыре, у нас самые большие набережные, самая длинная набережная, самые древние пороги, у нас крутые майданы. То есть уже за 5 лет мы где-то на мозги капали чуть-чуть, и это встречает ответку.
Давайте наостанок, у нас залишається от буквально одна хвилинка, розкажемо, як нашим глядачам, які зараз нас дивляться, залучитися до цих екскурсій, стати частинкою такого туристичного життя нашої області. Ну, саме простое – це у нас страниця на Фейсбуці «Дивна Україна», клуб шанувальників туризму і подорожі. Ви просто заходите, у нас там прикріплена страничка, ми вивішуємо наші екскурсії на місяць, і завжди можна зазвонитися з нами, списатися і присоединяйтесь. У нас вже достатньо багато поклонників, і ми за те, щоб розвивати, щоб люди приїжджали к нам в Дніпропетровськ, в Дніпропетровську область і в Запорізьку. Я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Любі наші глядачі, ви почули всю необхідну інформацію. Я сподіваюся, вона була для вас і корисною, і цікавою. Я у цьому впевнена. Ви почули, як залучитися до туристичного життя нашої області, нашого міста, Запорізької області. Не гайте часу, тому що дійсно дуже важливо розвивати туризм у нашій країні, у наших регіонах. Я бажаю вам гарного дня. З вами була Анна Кравчук. Сьогодні у гостях у прес-центрі була керівниця громадської організації «Дивна країна» Людмила Загоскіна. Ми бажаємо вам гарного дня, не перемикайте і дивіться телеканал «Відкритий».